Высокотехнологичное искусство. Первоуральские киберметаллурги удивили посетителей международной промышленной выставки Metal Expo 2022. Она состоялась в Москве. В чем особенность промышленных арт-объектов? Расскажем в сюжете. Кибертехнологии ближе, чем кажется. Образцы продукции представлены здесь в формате современных арт-объектов. Стенд отображает идеи киберметаллургии, пионером которой выступает компания CyberSteel. Ключевую роль играет внедрение инновационных технологий и цифровизация всех бизнес-процессов. Мы представляем свою продукцию, мы представляем свой продукт, свою команду в стилистике арт-галереи. Уникальная возможность у наших клиентов увидеть, какие трубы мы делаем, как выглядят различные виды механической обработки, дополнительных требований, посмотреть, пощупать. Первоуральские киберметаллурги представили свою продукцию на 28-й международной выставке «Metal Expo». Посетителям рассказали и показали трубы, востребованные в высокотехнологичных отраслях промышленности. Например, особо прочные на основе титана и эксклюзивные, диаметром от 2 мм. Выглядит очень стильно, очень молодежно и очень современно. Этот стенд сразу бросается в глаза, поэтому однозначный лайк и просто респект. Как говорят киберметаллурги, каждый из представленных на стенде арт-объектов может стать уникальным NFT-токеном, то есть обладателем своеобразного цифрового слепка или киберкода, который в будущем, возможно, обретет материальную ценность. Кроме того, первоуральские металлурги первые в России, кто представил гостям выставки возможность стать владельцами одного из коллекционных NFT в фирменном стиле компании, созданных специально для экспозиции. Это точно нетипично для металлургии, но это очень круто и прогрессивно, что вы этим занимаетесь. Безусловно, ваш стенд выбивается из всего того, что здесь есть, и это, знаете, как в лучших традициях Стива Джобса, и это реально притягательно, и захотелось прямо побыть здесь. В финале выставки первоуральцам вручили кубок. Стенд CyberSteel организаторы признали лучшим стендом выставки в этом году. За 4 дня на нем побывали сотни гостей. Среди них представители ведущих промышленных предприятий. Многие специалисты уверены, обмен лучшими практиками в таком формате способствует развитию отрасли в целом. Николай Свердлов, Алексей Вербицкий, новости Первоуральск.